Владимир. Привет. Здорово. Привет. Здорово. Наконец-то мы встретились, блин. Так, куда у нас путь? Пойдемте в галерею, наверное, там перекусить. Как тебе СПБ, Вов? Ну прикольно, тут все дешево, но... Дешево? Метро уебанское. Ну блин, метро давно не ездит. А что тебе не понравилось? Народу много? Светофоры пиздец. Но это потому, что ты в центре, мне кажется. Ты прикинь? Ты в Москве ж был? Ну. Ну, что такое зеленый для водителей? Это красный для пешеходов. Здесь зеленый для всех. Не, ну зато, наверное, по пробкам ты оценил, что все побыстрее, так, немножечко. Ну, да, где-то так все дешевле. Как вы вчера у Дрейка нормально гульнули? Я, если честно, думал, ты будешь спать где-то до вечера. Не, я гульнул нормально, мне хватит уже гулянок, понял? Шеф. Писали в Африке его. В Африке. Короче, я пока вам эксклюзивно расскажу. Старый вчера нажрался в такие щи. Он вообще никого не хотел из дома. Да, он никого из дома не хотел выпускать. В итоге мы выезжаем из этой жопы. Мы где-то вообще, знаешь, там под Девяткино были, что-то типа того. Я так понимаю, это люберцы питерские. Ну, типа да. Мы выезжаем, меня друг на подвозит Вячик. И старый такой: ты никуда не поедешь, я вызвал такси. Как итог, короче, старый нажрался до того, что он 5 мерседесов просто перед домом наставил. Каждому вызвал. И ему говорят: ты столько вызвал, типа, тут у половины машины есть, блядь, во-первых, там не пьет кто-то. Он ко мне похуй. Он зачем-то Дрейка начал забирать в отель. Кто, Хесус? Да, Хесус, он говорит, поехали со мной в отель. Ну, то есть, непонятная тема какая-то. Да. Это очень странно. Опа. Опа. Что? 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 Это запланированная встреча или рандомная? Они здесь оказались, поэтому вы как бы тоже сюда пришли. Ничего себе. Здорово. Там то же самое, ты идешь просто толпа народу. Знаете, я всегда поддерживаю, типа, я беру там листовочку. А мне не нравится, да? Всегда поддерживаю. Мне даже листовки. А почему? Причем Вова листовки секс-шопа не дали, понимаешь? Это вообще сил. Это секс-шоп розовый кролик. А почему мне не дал, блядь? У меня вопрос, а что ты хотел у них запрещать? Не, он такой ебаник сделал, удивленный. Типа, что мужик, блядь, листовку просит секс-шопа? О чем девочкам только раздает? Устарели. Все, я надеюсь, ты посмотришь этот стрим. Говнюка, блядь. Понял? Шрек-шоп. Чтобы еще листовки не дали, я первый раз. Ой, новый, кстати, блядь. Новый. У нас только такие. Да ладно, блядь, расскажешь. Когда вагоны московские выкинете, блядь. По бетонам ходите, как ебланы. Извините, конечно. Что это пи***ц вообще? Здравствуйте. Сегодня фотокарточку обновил. Инстаграм, понял. Очень давно не постил. Смотрю, статистика говно. Слушай, с постами вообще такая хреново. Ну что-то хрен, ну не хочется ничего делать. А я не знаю, что в инсту вообще выкладывать. Вот чисто фото. Ну можно сегодня сфоткаться, что-нибудь такое, знаешь. Но, типа, у меня вообще идей нет на инсту. Да как и на стриме, в принципе. Вот так запускаем, ходим, бродим. Это тоже прикольно, слушай. Но вот с таким сетапом даже не вполне получается. Ну да, просто это удобно, знаешь, это никакие операторы. Не падает ничего. Не-не, вот с этим сетапом, ну вот где Дерейчик тоже не тоже. Короче, не, я просто про оператора. Не-не, ничего не падает, вообще нормально. Я вообще не люблю, кстати, в рюкзаке в задних карманах что-то носить, потому что просто вытащить могут и все. Этот рюкзак у меня воровали же. Поехал таксисту, таксист мне вейп продавал, открыл багажник, у него был набор вот такой целый, коробка, я у него купил и рюкзак оставил. Потом иду спать, просыпаюсь, вдруг 10 утра и понимаю, что чего-то не хватает. Просто резко вот встал, я думаю, кому-то знакомо такое. Просто резко встаешь, такой, так, где мой рюкзак? Просто вот, ну, про него даже не думал. Звоню таксисту, таксист говорит, нету. Нету? А это подарок, понял? Я бы такую херню купил за такие деньги. Это Palman Elvis. Да. И, короче, он говорит, ой, слушай, у меня два клиента было, сейчас к одному съеду. Короче, первый клиент сказал, что рюкзак лежал еще. Ага. Второй клиент уже ушел с ним, и он приехал в какой-то бледушник, ужравшийся чел его взял. Похоже на мой вечер. Все оставил, кроме моих AirPods, блядь. Похоже на мой вечер обычный. Пришел в бледушник, что-то пообжимался с женщинами, и рюкзак забыл и съебался домой. Короче, рюкзак два раза забыли, и таксист мне его назад привез. Ну, или такая ситуация, что... Ну, или он просто выдумал такую Арменка, историю. Арменка, да, просто сам дернул их, да, и просто привез назад. Ну, я от тебя до туда довезу к ребятам. Слушай, я, короче, подумал, я, наверное, к вам, к питерским, ко всем, где-то на 4 дня можно. Приезжай, можно будет сделать прикольно. Я думаю, возьму ноут, буду, если что, в отеле сидеть, работать. Давай, приезжай. Орать что-то или кому-нибудь завалюсь.
Ну, потому что, ну, два дня здесь что? Вот, нет, два дня мы с тобой не особо не успеем. Сколько людей хотели пересечься, а я не смог. Не, приезжай, потому что братики сюда приедут, я знаю, на тоже на несколько дней, может, даже на недельку. Вообще, я слышал, что, короче, Слава говорил, хочет приехать, но он жаловался на погоду. Ну, видишь, у нас погода. У нас вроде прогнозы дожди, но у нас бам и солнце посреди дня. Вот. Вот так вот у нас. Ну, у вас, например, солнце, ты выходишь, оно тебе печет. И проходит секунды три, тебя ветром уже так сдуло, это ты такой, факт, все, да, ты уже замерз, да, сразу. Факт. А у нас в Москве нет, у нас вот солнце печет, никакого ветра. Короче, солнце, если вы все соберетесь, приедете, я тогда договорюсь по поводу яхточки, и мы можем поплавать по Финскому заливу на яхточке, это имба будет. Ой, какой же он сладкий, ребят. Я не знаю почему, он очень прикольно смотрится. Ну что, как оно там открывается? Вот, это? Вот так. Где-то вот. Где-то ключ, может, под люком лежит. Вот так вот все открывается, принять все сразу. Ну, вот можно обращение сделать? Компания Яндекс, можно вот на прилечных автомобилях отклеивать какашку сбоку? А не знаешь, зачем наклеивают? Чтобы типа чел не выдавал эту тачку за свою, ну, и махинации какие-то. Ну а чё, блядь, актёвых ебать нормально, бля? Я сейчас что, подъеду? Так еще лучше будут ебать. Не будут они, блядь, ебаться нам. А так они поймут, что ты готов заплатить за час большие деньги. Ох, тут бензинчиком-то пахнет. Не завелась? Итак, ребята, Дмитрий Ликс катает меня на Мустанге. Давай, заводи. Газку, газку, блядь. Поэтому у тебя она тут стоит одна, блядь. Ее кто-то сломал. О! И что, сколько стоит оно, вот это вот? 5000, 20 рублей, и 40 рублей километр, или 20, 20 рублей километр. Че? Да. 5000, 20 рублей километр? Ну, 5000 рублей час и 20 рублей километр, по-моему, так. Бля, баранка 10 из 10. Баранка вообще лютая. Сейчас ты охереешь. В центре просто, вон, там просто все смотрят на эту тачку. Я хз. Да, что-то она не едет. Не я не нажимаю пока, потому что это греется, и руль трясется. Что-то здесь. Где она, только не въебись куда-нибудь. Бля, Ваня, под руку не говори, бля. Ты че, ебас, бля, я выйду. Да мы арендовали. Нам в прошлый раз так же чисто все показывали. Ты мужикам показал? Ты мужикам это не показал? Мужикам. Я поворачиваюсь, там только одни мужики были. Дим, ей 12. Я ей сердечко показываю. Фоткаем. Я хочу эту машину. Чистачка у нас Мустанг. Какого, Диман, года? 65-го. Мы на стримились. Балдеж. Вадя, вот что надо было брать. Хуй твою взял, ебаный. Может, она задушник? Не думал? Может, ее задушили специально, чтобы не ездить? Блин, была бы такая тачка, реально, да? Везде доступная, ты просто на ней стрим в другой город. Я говорю, если есть какие-то нормальные, блядь, я не знаю, каршеринг, ну, именно такие вот, с тачками нормальными, готовые стримерам дать покататься на стриме, блядь, за рекламу. Да, бля, я бы вписался, нет, такие, бесплатно. Такие есть, я даже, ну, есть контакты, просто проблема в том, что, ну, в любом случае, ты за эту тачку будешь отвечать. Если с водителем ездить, ну, а если сам, там, ну, типа, нужно мега аккуратно ездить. Просто если что, ее пиздец останавливать. Это Непалово жесткое. Вот это самый, наверное, такой пугающий пункт. Да такие ирлы можно было бы пилить, блядь. Да, да. Они потому все что, не верят. Чтоб, ну, на такие тачки ты просто можешь подъехать к любому человеку и просто поехали кататься, и все, и с тобой едет девчонка, ну, в данном случае. Это имба, прям. Пьян, который тебе ничего не дал. Сейчас он увидит тебя в тачке, это и даст сам, смотри. Реально. Не, идет терминатор. А можно буклетик? Не, не слышал. Запишу вас, так уж и быть, блядь. Поедете, блядь, красиво на это самое. Так, ну, чат, давайте, ББ, короче. Так, Вов, мы... Чё? Не будем, чат. Она, блядь, выходит. А чего? Я думаю, вы поедете, я вас сниму, пиздато. А, да, ну. Да, да, попрощаться хотя бы. Ага. Чат, не могу. Нормально. Так мне все равно нужно перейти. Да, тебе сейчас перелезет. Вова, тебе все ББ пишут. До Москвы, ебать. Давай. Ну что, блядь, Димас? Все, Вов, давай, счастливо! Давай, полетел, ебать, в пол! Сука ты, блядь! Давай, давай! Да, чё?
Что происходит? Влево, давай, влево. А, ну и хуй с вами. О, пошел.